Открылась ювелирная выставка «Золотой сезон 2015» по традиции перерезанием красной ленты. Вот уже несколько лет подряд на этой площадке собираются как профессионалы ювелирной отрасли, так и ценители дорогих и бюджетных украшений. Я думаю, что все, кто сюда приехали и кто здесь живет, кто здесь отдыхает, они получат максимум радости, максимум удовольствия. И чтобы не задерживать ваше внимание, наш девиз – хороших контактов и хороших контрактов. Выставка «Золотой сезон» – традиционное место встречи ведущих предприятий ювелирной отрасли и модной индустрии, торговых компаний, постоянных и новых покупателей. Более 70 компаний из разных регионов нашей страны сегодня представляют свои изделия. Из них очень много производителей. А если производители, то, наверное, уже многие эту теорию выучили, что это обязательно низкие цены. Обязательно скидки, акции, различные интересные сюрпризы как от наших участников, так и от нас, организаторов выставки. Так ежедневно среди гостей выставки будет разыгрываться ювелирное изделие с бриллиантом, а каждый сотый гость получит в подарок подвеску. Кроме того, гости смогут стать участниками лотереи и выиграть ювелирные изделия, памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией «Соут» и участниками выставки. Главный приз – телевизор. Выставка «Золотой сезон» проходит в Гранд-отеле «Жемчужина» с 24 по 27 сентября. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.